пожалуйста, отнеси бабушке пирожки вместе с маслицей. Она там болеет, но только будь осторожна. Там есть серебро, может тебя обмануть. Хорошо, баба. Девушка, куда ты идешь? Я иду к бабушке. Бабушка заболела, и мама сказала отнести пирожки с маслом. А где она живет? Вот там. Иди подать тропинки и быстро заберешься. Хорошо, спасибо, волк. До свидания. Кто там? Это внученька Красная Шапочка. Потяни за веревочку, и дверь откроется. Привет, бабушка, я пришла тебе пирожков. Спасибо. Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Чтобы очень хорошо слушать. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы тебя съесть. Это было вкусно. Посплю-ка я чуть. Пах, 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 пах. И вот так вот окончилась сказка про Красную Шапочку.